всех, кроме слова я, Дайв, мистер Спайдерплей, и сегодня я вам покажу секретную комнату. Да. Кстати, если я поменял эффект, теперь я, типа, горю. Да. И чтобы нам ничего не мешало, я сделаю так. И заодно, чтобы меня, мне не дали авторское право. Окей. Значит, чтобы нам разблокировать секретную комнату, я сначала вам покажу, где эта комната находится. Вот, значит, идем мы, значит, сюда. Сейчас я вам покажу, как вообще сюда попасть. Сейчас я АФК, поэтому все игры, которые у меня сверху высвечиваются... А, кстати, да, это Epic Games, точнее, Epic Mini Games. Вот, значит, выходим мы с главного лобби. Вот. Со спавна выходим на улицу. Теперь идем мы в эту сторону. Там, где будет вот такая вот шахта. Тут у нас будут кристаллы. Мы просто идем вперед. Можно, конечно, еще и со спавна попасть. Но я не хочу показывать. Вот. Там дырочка такая была. Вот. Сюда мы заходим. Идем сюда. Тут у нас две открытые комнаты и одна запертая. Чтобы нам ее разблокировать, нам нужно войти в АФК мод. Ну, чтобы не играть в игры, тогда вам придется еще раз собирать все эти маски. Забираем вот этот вот череп. Вы видите, он тут висит на кристалле. А теперь идем назад. Идем мы из пещеры. И заодно я вам покажу, как попасть в лобби из пещеры. Вот. Тут есть такая маленькая дырочка, когда мы идем обратно, она более заметна. Идем сюда. Идем. И тут у нас лестница. Все. Кстати, тут уже игра закончилась. Дальше. Дальше нам нужно будет именно в лобби находить эти разные шляпки. Значит, идем на второй этаж. Со стороны. Стороны, с которой у нас нет того прохода. Видите, тут у нас есть проход. Так мы попадем в пещеру. Нам нужно идти вот туда, в противоположном. Ну, потом нам все равно придется туда вот идти. Но сначала идем мы вот сюда. Я пытаюсь все объяснить очень хорошо, чтобы вам было все ясно. Идем сюда и находим здесь такую вот радужную шляпку. Нажимаем на нее, и она у нас есть уже в инвентаре. Ну, в том смысле, что ее собирать нам уже не надо. Теперь нам нужно пройти на второй этаж здесь. Здесь у нас будет такая шляпка мага. Забираем ее. Теперь идем мы снова на улицу. Да. И нам нужно будет подняться наверх. Вот видите, там уже вдалеке цыпа такая. Не хочу сейчас показывать. Вон, кто видит там желтую такую шапочку возле костра. Сейчас я поднимусь туда с помощью коробок. Коробки меня всегда спасают. Вот, кстати, мини-игра Балконий Болт. Возможно, мы в нее поиграем в следующем выпуске. Да, господи, коробки. И все из-за дерева. Не, не и не. Вот, все, забрались. Теперь идем к этому петуху, можно так сказать. Забираем его. Все. Теперь вы мне еще вспомните, где у нас находится маска. Нам нужно идти вот от петуха, от этого костра. Ну, вот от того места, вот, куда я сейчас показываю. Нам нужно идти аж до самого конца. Почти. Сейчас. Вроде бы нужно идти вот до сюда вот. Да, до самого конца идем. И тут у нас, как вы видите, есть такая вот маска. Вот, не знаю, вы видите вы или нет. Вот так будет лучше. Нажимаем на нее. И это у нас самый последний компонент. Теперь мы идем в шахту. Идем в шахту. Тут, кстати, кирка есть. Тут еще и шляпа есть. Но она нам не нужна. Теперь
Один, два, три. Елочка горит. И у нас здесь открывается проход. И когда мы сюда заходим, нам дают вот такую медаль. Секретный находитель секретов. Вот. И здесь у нас маленькие мини-человечки, а именно создатели этой игры. Вот. Это у нас тот, кто создал лобби. И все вот это вот. А это тот, кто у нас создавал мини-игры. Ну что ж, такая вот маленькая пасхалочка сегодня была от меня. Точнее, не пасхалочка, а секретная комната сегодня была от меня. Ну что ж, с вами был Дарк Мистер Спайдер Плей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до новых встреч.